Всем привет! Меня зовут Анна, я пиар-менеджер Днепропетровского офиса DataArt. Мы рады сообщить, что уже через неделю стартанет обещанный и долгожданный QA-хакатон. Мы получили более 150 заявок на участие, и целую неделю мои коллеги кропотливо отбирали будущих участников этого события. Собственно, сейчас мы вам расскажем о том, как все это происходило, и кто же станет этими счастливчиками, которые в следующую субботу и воскресенье проведут незабываемые 36 часов вместе с нашей командой. Ну что ж, предлагаю начинать. Привет всем, меня зовут Лиля. Итак, привет, меня зовут Антон. Мы отобрали 48 счастливчиков, которые будут участвовать в QA-хакатоне. Отбирали мы их по нескольким критериям. Один из них — это, конечно же, качество описания дефектов, то есть как они были описаны, step to reproduce, environment, скриншоты, категории, все, что мы указывали, оно должно было быть. Вот. Также учитывалось дополнительное задание, которое было о написании пути улучшения качества продукта. Далеко не все, к сожалению, его сделали, но те, кто сделали, очень большие молодцы, и мы это учитывали как очень большой плюс. Следует учесть, что на отбор повлияло то, что для качественного выполнения задания предполагается создание тестового покрытия и правильного тестового покрытия и наличие хотя бы стратегии тестирования или минимального тест-плана. В некоторых работах это также было обнаружено. До встречи 29 и 30 ноября на QA-хакатоне. По всем вопросам пишите на рассылку. Надеюсь, мы обрадовали 48 счастливчиков, участников хакатона. До новых встреч! Приходите, ребята, мы вас ждем!